Унция мира стоит больше, чем тонна победы. Без тьмы не было бы понятия о свете. Для того, чтобы свет осознал себя, он должен иметь свою противоположность – тьму. Каждый носит маску и даже себе самому кажется тем, чем хочет быть, а не тем, что он есть в действительности. Матери, они вроде полицейских, всегда верят худшему. Жизнь суровая штука, без второго отца не обойтись. На этот случай и существуют крестные отцы. Что будет с миром, если люди постоянно идут против разума? Моя карьера в настоящий момент очень захватывающая, но любовь остается на первом месте, потому что она уравновешивает меня. Быть красивой в 20 лет естественно. Когда вы красивы в 35 или 45 лет, это жизненная позиция. Женщина может любить так, как будто никогда не уйдет, но может наступить такой день, уйдет так, будто вовсе и не любила. Чтобы узнать, что такое праведность, обратись к своему сердцу. Если мужчина женится на женщине ради религии и красоты, то эта женщина станет для него преградой от падения. Поминай Господа во дни благоденствия, и Он вспомнит о тебе в дни твоих тягот. Я хочу жить как бедный человек с деньгами. Становись тем, кто ты есть. Цель буддизма – это преодоление страданий и поиск счастья. И эта религия помогла мне победить моих демонов. Я не люблю дорогие и гламурные места. В том числе отели. Они слишком большие, в них вложены огромные деньги, но там нет души, очарования, шарма, истории, как в старых и не столь дорогих пристанищах. У меня в комнате нет зеркала, так что моя неземная красота не бросается мне в глаза. Почти каждый человек, если ему поверить на слово, придерживается совершенно не тех убеждений, какими руководствуется в жизни. Если человек достоин, чтобы его пригласили, он заслуживает, чтобы его подождали. Брак – это долгий разговор, прерываемый спорами. Для полного совершенства надо, чтобы подготовка была труднее самого дела. Жалок тот, кто ничего не желает и всего опасается. А ведь именно таков обычный удел монархов. Люди хитроумные презирают ученость, простодушные дивятся ей, мудрые ею пользуются. Даже телефонный справочник можно спеть так, что весь зал будет рыдать. Я вела ужасную жизнь, это правда, но также жизнь изумительную.
потому что прежде всего я любила ее. Жизнь. «Где все твое богатство и все твои владения?» – спросил Диогена некий правитель. «У них», – ответил Диоген, показывая на своих многочисленных учеников и последователей. Он имел в виду знания, которыми их обогатил. Человек, который с самого начала ведет себя достойно, избавлен от угрызений совести. Пища, которая не переваривается, съедает того, кто ее съел. Не надо стараться все понять, так интереснее. Жизнь – это танец по вертикали. Каждый день выучиваешь один шаг. Ничто не решается в гневе. Нельзя ничего спасти насильно. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты. Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Что такое жажда славы? Кто познал славу хотя бы однажды, тот уже не может без нее жить. Когда Бог хочет создать великих поэтов, Он выбирает двух или трех и посылает им великие страдания. Мужчина, который совершенно не способен быть верным, по крайней мере верен себе. Я не кинозвезда, я актриса. Быть кинозвездой просто кинозвездой – это как фальшивая жизнь, прожитая во имя фальшивых ценностей и ради известности. Молчание иногда более многозначительно и возвышено, чем самое благородное и самое выразительное красноречие. Те мужчины, которые с наибольшим уважением относятся к женщинам, обычно редко имеют у них успех. Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдания делит пополам. Отложи на завтра то, чего ты не обязана делать сегодня. О, это так просто быть хорошей с мужчиной, пока ты в него не влюбилась. Благодаря любви время проходит незаметно, а благодаря времени незаметно проходит любовь. Каждая собака прыгает как безумная, когда ее спустишь с цепи, а потом сама бежит в конуру. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Ничему и никому не верить – это смерть. Все понимать – это тоже смерть. А безразличие хуже смерти. Как же мы любим то, что нас убивает. Защитите меня от тех, кто хочет мне помочь.
Если ты позволяешь тем, кто тебя подавляет, озлобить себя, то ты проиграл, а они добились своего. Лишь тот равен другому, кто это доказывает, и лишь тот достоин свободы, кто умеет завоевывать ее. Я не могу себе представить ни одной красоты, не связанной с несчастьем. Я не могу себе представить ни одной. Возлюбленная девушка – это бутылка вина, а жена – это бутылка из-под вина. Нельзя уподобляться бездумному флюгеру, который поворачивается при малейшем ветерке. Истинное назначение человека – жить, а не существовать. Ограниченные умы видят ограниченность только в других.